Да. Поскорее, чтобы тебя в своем отделении. Так точно. Нахера ты там вообще сидишь, если у тебя толку никакого нет? Виктор Михайлович. Что, Виктор Михайлович, у тебя неделя, чтобы привести в порядок весь свой отдел. Делай, что хочешь, понял меня? Примем меры. Можно было так бездарно проебать спецоперацию. Как? 15 месяцев вели цель, он был уже у нас в руках. И все коту под хвост из одного болвана. Выйдите все. Путин, останься. Понимаешь, что мне сейчас пришлось выслушивать из-за тебя? Ты понимаешь, что ты подставил все наше управление? Извините, я все исправлю. Я все исправлю? Что ты исправишь? Я дал тебе шанс как-то проявить себя, но все, за что ты не берешься, все идет по пизде! Твоя задача была просто следить за выходом. Тупо следить за выходом! Ну, он появился из ниоткуда. Оружие тебе на что, самбист и хуев? Чудаист. Закрой рот, блядь, чтоб я твоего мерзкого голоса не слышал! Что такое? Опять орёт. На Путина? Как всегда, на кого же еще? И че он его держит, вообще не понимаю. Взял тебя исключительно из уважения к Сергею Николаевичу. Он надеялся, что ты человеком станешь. И уже тогда видел, что ты пустышка. Полный ноль. Моль серая. Моль. Значит так. Пересидишь на явочной квартире, пока все не уляжется. Ни с кем не контактируешь, ясно? А можно я с собой жену возьму? У меня день рождения сегодня. Ты что, дебил, блядь? Идиота! Вон отсюда! Закрой дверь! Дебил, блядь. Быстрее, у нас сегодня начальство с проверкой. Угу. Малык, торт как заказывал? Я проверю. Нужно? А. Что? А, что это? Торт? Ну, у меня не юбилей. Да какая разница? Как какая разница? Я заказывал вот такой бисквитный с кремом. Ну, такой не такой. Шоколадный тоже очень вкусный. Я сама себе такой всегда беру. Вы шоколадный? Я бисквитный с кремом заказывал. У нас сегодня начальство с проверкой. В следующий раз будет тебе бисквитный. Алло.
Алло, тут это я. О, я уже накрыл на стол. Ты скоро? Мне нужно срочно уехать. Как уехать? Да что я скажу гостям? Не знаю, придумай что-нибудь. Володя, что-то случилось? Могу говорить, мне пора. Здравствуйте. В африканской деревушке, где дети ищут остатки еды в мусорных кучах, маленький Нельсон прижимает к сердцу кусочек хлеба и, глядя в небеса, произносит слова благодарности. «Спасибо, Советский Союз, за хлеб и надежду!» — говорит он, улыбаясь слабой улыбкой, несмотря на жестокую реальность голода. Для многих голодных детей Африки Советский Союз стал символом надежды и спасения. Кто же ты на самом деле? Кто же ты на самом деле? Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес выразил глубокую озабоченность в связи с обострением гонки вооружения между США и Советским Союзом, упрекнув Соединенные Штаты в эскалации потенциального конфликта. СССР не намерен терпеть давление со стороны Запада и будет... Твои яйца не хватило. Что он там делает? Да срет вроде. Слушай, тут столовка за углом прокурорская. Да, пожрем быстро. А что с молью будем делать? Да куда этот засранец денется? Идем. Света, Ира, домой. Ну, мама, еще 5 минуточек. А ну, марш домой, я кому сказала. Бросаюсь головой, а ты такой холодный, какая светла тяне, и все твои печали. Thank you.
приходите еще. Да, красавица, обязательно приду. Было очень вкусно, обязательно зайду. Да, бля. Сейчас бы бабу и поспать. И поспать нам еще за молью следить. Спичку дай. По данным нашей разведки, украинские националисты готовятся к отправке в 1984 год своего агента, чтобы устранить молодого вас. Нам точно известно, что на днях вражеский агент переместится в 7 октября 1984 года. К сожалению, точное место и время перехода установить не удалось. Приказываю начать подготовку к ракетному удару по базе, где расположена машина времени противника. Владимир Владимирович, ну мы же израсходовали весь стратегический запас ракет еще в прошлом месяце. Все наши кинжалы сбивают. К тому же, нам неизвестно точное месторасположение базы с машиной времени противника. Единственное, что мы точно можем сделать, так это опередить укронацистов и отправить заранее в прошлое на вашу защиту агента Z. Приступайте к исполнению. Дмитрий Олегович, вам слово. Владимир Владимирович, Z полностью готов к выполнению данной задачи. По нашим расчетам, Z прибудет в Ленинград 6 октября 1984 года за сутки до появления украинского агента. Z доберется до явочной квартиры и передаст вам зашифрованное сообщение. В браслете у Z встроен высокотехнологичный модуль с голографическим экраном. Вы запишите самому себе видеообращение, и Z его проиграет. Также на экране будет отображена детальная инструкция и последовательность действий по вашей эвакуации и дальнейшей защите. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий. И к любому сценарию надо быть готов. А что, если браслет сломается? Вы об этом думали? На этот случай у нас есть резервный канал связи. Вы напишите самому себе бумажное письмо, и мы засунем его в эту киберкапсулу. Z заранее извлечет капсулу из тайного отсека и в случае отказа браслета передаст молодому вам аналоговое сообщение. В капсуле также будет детальная бумажная инструкция по эвакуации. Вы точно уверены, что агент Z справится со спецоперацией? Ведь от этого зависит будущее, без всякого преувеличения. Будущее нашей страны и вообще российской цивилизации. Владимир Владимирович, Z — это самая передовая технология. Аналогов в мире нет. Благодаря уникальному внутреннему атомному реактору он может существовать автономно десятки лет без подзарядки. К тому же Z невозможно уничтожить. Он сделан из прочного сплава титана. От него даже пули отскакивают. Здравствуй, Володя. Знаю, это может показаться странным, но я — это ты. Но из 2024 года. Ошибка атомного реактора. Самоликвидация через 5, 4, 3, 2, 1.